Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Приехали в лес за речку. Зацвел клевер. И вот по клеверу наши пчелки бегают. Наверное, может, не наши. Клевер зацвел. Вот эти белые цветочки. Даже не знаю, что это такое. Вот они такими кучнистые. Такие мелкие. Но начинается цветение. Сейчас пойдем на тот берег. Поднимаемся. Здесь вот такая травка какая-то. Вот поднимаемся. Здесь обратно вот эти цветочки. Дети купаются вовсю у нас. И вот начинает маленько зацветать лобозник. Здесь какие-то цветочки. А так нынче сухо. В том году больше здесь травы было. Больше листвы всякой было. Травка нынче вообще маленькая. Все засохло, дождей не было. Травы нет. Распустился здесь лобозник. Его на чай, его чай. Вкусный какой. Ароматный. Такой лобозник. Так, ну там речку. Детвора. Жара наступила. Ездят на великах даже. Смотрю, уже пустырник что-то поздно начинает цвести. Там кусты лобозника тоже есть. Ну и вот речка темная такая. Вот тоже возле речки лобозник расцвел, чуть не упал. Подход. Кто-то, видать, это рубачил, тропинку сделал. К речке. Он детвора купает. Речка здесь мелковатая стала. Там на середине глубоко. А здесь мелковато. Спущусь пониже. Там дальше вообще тальником все позаросло. Детям весело зато. Купаются. Жара пришла. Детки веселятся. Нашла куст смородины. Но на ней ягодки ни одной даже нет. Почему-то в лесу смородины сейчас нет.
возле берега побольше травка. Вот. Иду посмотреть, там еще клубничник был. Смотрю, есть или нет. Вот нашла клубничник. Вот такая ягодка. Мелкая. Она здесь, видать, выгорела. Сильно ничего здесь крупного нет. Мелкота какая-то. Ягодки. Раньше крупные были здесь ягоды. А сейчас нет. Нашла. Зато лесная, она ароматная. Клубничка. Клубничка. Лес нынче головатый какой-то. Его жуки у нас едят. Съедают. Раньше березы пушистые были. А сейчас он некоторые вообще голые стоят, съели. Березки у нас ест шелкопряд. Но не дорогой вот этот шелкопряд, а простой какой-то шелкопряд, который не добывают. И вот объедают. Голенькие они некоторые стоят. Вот такая природа. Поедем с этого места домой. Поедем, что мы ловушку проверим. Поедем ловушку на пятый проверим. Ну, бабочки веселятся на синеньких цветочках. Тут какие-то кочки. Кочки. Цветочки. Возле речки. Вот такие гусеницы съедают наш лес. Вот она, гусеничка такая сидит. А вот коконы. Чуть вот здесь распутаю сейчас. Вот они. Вот плохо видно. Какие, ну-ка покажи. А, вот они. Угу. Так что вот гусеничка. Вот гусеничка. А вот даже шевелятся коконы. Угу. Вот тоже бабочки что-то там нектар, наверное, собирают какой-то. На цветочках. Такие поля у нас возле речки. А вот розовый клевер. Его почему-то очень мало в лесу.
А вот желтый мышиный горошек. Тоже его почему-то мало.